Итак, друзья, сегодня такой интересный день. 31 декабря. Ночью будет, вернее, уже завтра будет Новый год. На улице 8 градусов, а я с этим мотоциклом собрался ехать навстречу Дедов Морозов, мотоциклистов. Ну что, навстречу приключениям. Охрана, открывай ворота. Погнали. Ох и погодка на улице. Конечно, не дождь, но морось знатная. Причем у нас уже третий день в городе. Плюс 8 градусов тепла, несмотря на зиму. И получается, вот эта вот влага то испаряется, то опять оседает. То испаряется, то опять оседает. Не очень приятно. Ну, кому как, а мне лучше, чем снег. Единственное, что, конечно, новогоднего настроения особо-то и нету. Но ничего, мы же едем как раз его подымать. Сейчас впереди будет затяжной поворот. Ну, в такую погоду надо быть особенно внимательным. Если я упаду в этом костюме, жена меня точно убьет. И так, конечно, я не знаю, выживет ли он после такой погоды, после такой покатушки. Но будем надеяться на лучшее. В любом случае, стиральная машинка есть, сушитель где его есть. Ну и Новый год бывает один раз в году. Ну и тем более, на такие мероприятия я езжу точно не каждый день, и даже не каждый год. О, а вот интересный момент. Впереди полиция, впереди висит знак «Проезд запрещен», ведь сюда, по идее, на мотоциклах именно проезд запрещен, у нас на Крещатик, на главную улицу. Но ничего, я сейчас воспользуюсь хитрым дедовским методом, спрячусь за машиной и попытаюсь проехать. Но если остановят, буду уже просить извинить меня из-за того, что сейчас Новый год, и я еду на важное, интересное мероприятие. Потому что если сейчас повернуть направо, объезжать, там брусчатка, вот это все, мне не хочется мне туда ехать, буду пытаться ехать на пролом. Оп-оп-оп, вот так, вот так, вот так. Пропустите, пропустите. Дайте проехать. Похоже. Да, похоже, полиции я вообще не интересен. И они просто гоняют автомобили, которые хотят здесь припарковаться. Ну и отлично. Не потрачу времени на разговоры с ними. Поехали дальше. Ага, я боялся их не найти, думал, где они, или возле цирка, или возле универмага Украины, а они вон где, прям на островке. Отлично, вообще будет легко подъехать, припарковаться и посмотреть, что ж там будет происходить. Так, ну что, ребятули, история какая? Только что провели нам инструктаж, и мы узнали, куда едем дальше. Итак, сейчас будем ехать колонной по два мотоцикла с маленькой скоростью. Единственное, что дороги перекрывать не будет, машины, ну, полиция нам не помогает, будет только одна машина прикрытия, будет она ехать где-то или сбоку, или сзади.
Ну и договорились мы, что никто движение транспорту автомобилем не перекрывает. Если уже красный свет, то все стоим и правила не нарушаем. Вы просто прекрасно, и я думаю, в первую очередь это из-за того, что основной контингент здесь взрослые люди, там от 40 и выше. Ну понятно, что таких, как я, молодых тоже хватает, но процент реально маленький. И атмосфера просто отличная, никто правила не нарушать не хочет. Поэтому я просто сейчас с большим удовольствием поеду в этой колонии. Погнали, посмотрим, как оно вообще, потому что в колонии я еще ни разу в жизни не ездил. Ну что, ты живой? Пофоткался, в колонии поездил. Пора и домой. Новый год сегодня, как-никак. Надо и дома что-то сделать. Погнали!
Что ты, Дед Мороз? Девочка, ты хорошо себя вела в этом году? Да. Я только приехала. Давай пофоткай, Соли, хоть ты. Давай селфи сделаем. Давай. Все, друзья, с Новым годом и с Рождеством! Счастья вам и удачи в 2021! Всем пока! До встречи в следующих видосиках!